все это закончится? Я все должна носить сама. У меня уже болит живот. Я все должна делать сама. Так вот, я сейчас закладывал. Да не сюда закладывать надо, а в сани! Я говорила тебе, что ты дурачина простофиля. Говорила, Жёлушка. А пнём старым называла? Ещё бы, называла. Я всё сказала. Ну что отстоишь? Есть. Да сани надо закладывать, сани! Анастасия! Настя! Настя! Да, матушка? Называй меня матушка! Никогда! Хорошо, матушка. Где была? Готовила. Очередной теракт? Еду. Еду готовила. Ты варежку одела? Какую варежку? Какую? Сестру свою любимую варежку на смотрины одела? Одела. А царю-батюшке в гостинице приготовила? Приготовила. Я всю ночь варенье варила и соленье залила. Вот это царю-батюшке. Ближе, еще ближе. Я говорила тебе, что ты мерзкая. Два раза за сегодня говорили. Два раза. Угу. Третий хочешь? Хочу. Ты мерзкая. Спасибо, матушка. А с этим что делать? Да сами все, сами! Я все должна делать сама. Старик! Вообще-то, Ваня, ты зря качаю перебираешь. Перебираешь. Я не перебираю, я выбираю. Жениться тебе надо, Ваня. Вот, женился, мы хоть финансы царства бы поправили. А если нет, то... Какие финансы? А если нет, то... Да что вы все заладили? А если? Ты с отцом не спорь, Папа! Да. Если бы парни всей земли выбрать невесту себе бы могли, причем у каждого, что было по одной, по две, по три, тут не богат, родной. Парни, это ваша сила, папу от инфаркта уберечь. Папа хочет умных, нежных и красивых, вот об этом речь. Умных и красивых, а тебе-то речь. Если бы девки всей земли дружно собрались и замуж бы пошли, то все бы парни сразу стали бы мужьями, и мой сынок, и может даже я. Девки, это ваша сила, выбрать из себя и всех одну. Старайтесь для меня, для сына, напрягите сну. Мы самой умной, нежной и красивой делаем жену. Если бы папы всей земли ставить мозги своим детям бы могли, все дети стали бы умнее бы отцов. Поскольку папы стали без мозгов. Папы, мы хоть и не мамы, но детей мы грудью защитим. От случайной связи, от душевной драмы и от разных мымр. Мы ж хотим добра им, и добра хотим мы добра хотим. Ой!
раз уж нынче выбирать дозволено. Да? Только побыстрей! Я попробую. Следующую, пожалуйста. Невеста номер 26. Ну а что, Вань, вот эта невеста вроде бы и ничего себе. Папа. Ну, сам подумай, поднимать штангу. Я считаю, что это в семейной жизни пригодится. Ну, не нравится она мне. Уж слишком вы разборчивые стали. А внуки, Вань? Папа. Ладно, следующее. Старик, другое, полнит
вообще умнит. Да не говори глупости. Умнит. Да нет. Докладываю. Сами поданы. Ну зачем так кричать на всю квартиру? Папаша, вы же нам стресс делаете. Он нам делает стресс. А я с нашей Вареньки сделала сюрприз. Я заказала из столицы визажиста. Визажиста? Что же это за зверь такой? Ой, дурак дураком. А догадался? Дом номер 15, квартира 34, нам сюда. А вот и они. Звезда в шоке. Звезда в шоке, это точно. Естественный цвет лица и ранний аллерюс. Гениально. Я сказала, звезда в шоке, это кошмар. Это ужас. Вот это халабута на голове. Вот эти колбасы с головы. Невозможно, нельзя. Это каниколон. Кто ж сейчас это носит? Немедленно все это снимаем, сейчас же. Мама, я раздеваюсь. Раздеваюсь? Неправильно. Все снимаем под музыку. Раздеваю под музыку? Так это же стриптиз. Милочка моя, это хит, песня. Каждый вы от его руки спешит. Причешет стилист и наложит, уберет, уточнит, удлинит. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, хотят менять, хотят менять. Кто нос, кто рот, кто груди, но лишь стилист, но лишь стилист. Без всяких операций вас целиком преобразит. Так шо, мне раздеваться? Можно сделать вас светскую дамой, можно сделать вас женщиной вам. Можно косо, а можно и прямо. Можно все. Подешевле бы нам. Красота, извините, бесценна. Ну и скидочку сделаем вам. Ах, я в шоке, вы просто волшебник. Кстати, нос ваш не к этим глазам. Ну что сказать, ну что сказать. Все будет супер-пупер. Здесь поднять, а вот здесь убрать. Что не убрать, не будет. Тут валан, а тут манжет. Честно, с душой. И имеем на выходе имидж. А для этого мабушу. Эх, профессия наша такая. Мы меняем дефект на эффект. Выражение лиц мы меняем. И выходит другой человек. Шоки все, мы шоки все. А я в особом шоке. Вот результат. Не нравится. 27-я тоже не нравится.
Папа! Ну что, папа, папа? Ну чего мы боимся? Боюсь! Ну мы же не к тигру в клетку идем. О, ротика открыла. Зарбачка! Доченька моя, Настенька, капустница, искусница. Боже, как она готовит. Мама, я не готовлю. Мама лучше знает, мама пробовала. Мама еще жива. Покажи, как ты умеешь делать салат. Покажи, покажи. О, ну я ж говорила. Мама, не остановите меня, я так полбочонка нарубаю. Внимание! Наша кухня. Ну как, нормальненько. Кухню предоставил спонсор. Спонсор себе новую купил, а нам эту передал. Как говорится, на тебе, Боже. Ой, извините. Да не важно. Что готовить будем? Что угодно. А я буду лепить горбатого. Кулебяку. Кулебяку? Прекрасное блюдо. Итак, начинаем наше непригораемое шоу. Мы готовим, вы наблюдаете. Мы кушаем, вы наблюдаете. Что означает «people have it». Именно так будет называться наше новое кулинарное шоу. Ой, я что-то так волнуюсь. Пусть решит сама, что готовить будем, а? Кулебяку с мандаринами. Надо же, новый какой-то рецепт ближе к телу. Ладно же, ладно же. Камера, свет! Ой, я готова. Значит, нужен мандарин, и, возможно, не один. Сколько нужно? Да побольше бы. Ну возьмем штук 47. Нужно чистить. Не совсем. Ну кое-где снимаем кожицу. Рядом же тесто замесим пока. Ну действуйте. Мамочки, где же рука? Ладно, тесто мы замнем. Кухонный комбайн возьмем фирмы. Тут и неразборчиво. Без команды не включай. Варя, это ж был комбайн фирмы. Да не важно, в общем-то. Дальше что? Дальше что? Есть еще печи с ВЧ. Ну так что влаживать? Ну так вкладывай. Ой, Варя, зачем? Хорошенький рецепт, что делать с кулебякою. А, есть еще сковорода, ну-ка, Варенька, сюда. Может быть, не надо, тетенька, а? На, держи, но осторожно, тефлон. Тефлон? Все, что есть, положи к людям. Чего? Подано-то! Пожарных вызывай! 43-ку звони! Уже вызвал. Отказывать есть не будут. Фу! Фу? Это моя дочка сделала фу? Да не дочка ваша сделала фу, а блюдо вот это ваше. Фу! Фу! Это не фу, это кулебяка.
Она ведь красива. И здесь красиво. И здесь красиво. Иван! Иван! Царевич! Ты посмотри, какая красота! Ляпота! Я и гляжу, красота-то какая! Как тебя зовут, краснодевица? Настенькой, ваша царская! Да для тебя можно не царская, а просто Ваня. Ой, Ваня! Немножечко устал, как они все не похожи на исконный идеал. Я любви смотрю не надо, выбор делает судьба. Счастье можно встретить рядом, просто шаги от тебя. А значит шаг этот надо. Сделать этот шаг очень надо. А кому его сделать надо? Ну, конечно, нам искал всю жизнь как награду, как одну свою и отраду. Ну и как нашел? Она рядом. Ты-то и она, ты-то и она. Есть один момент, пойми, ты Иван и ты царевич, я же из простой семьи. Ты своею простотою мне дороже всех принцесс, а умом и красотою тут вообще вопросов нет. В разные моменты не надо, нет, искать их вовсе не надо. Если ты влюблен, если ты влюблен, ждала всю жизнь как награду от того, кто станет отрадой. Ну и как, нашла? Да, он рядом, и да, это он, и да, это он. С тобой говорим про дни, ходить куда-то не надо, искать счастливых не надо, самых счастливых не надо. Мы-то и они, мы-то и они. Больше ничего не хотите, разрешите откланяться, царь-батюшка. У вас же вот теперь забот полон рот. Ну, Наська! Доигралась ты, девочка, по-крупному. Пойдем домой, я научу тебя, как женихов отбивать. Настя! Папа! Папа! Ну ладно, Ваня, будет тебе, будет! Я решила увезти свою дочь немедленно в лес! Что? Родную дочь? Пустой лес? Да ни за что! Что? Мне это послышалось? Молчать! Долго ли? Коротко ли? Нет, ну вот если честно, я никогда не понимала вот этого места в сказке. Злобная мачеха против твоего старика отвезти свою любимую и единственную дочь в глухой зимний лес. И что вы думаете? Повез! Повез! Вот такой нищий папаша, понимаешь? Как говорится, все мужики свод! Ой! Оставайтесь с нами, и вы узнаете, кто наплевает руки на колбе. Кто-кто с кем в перемочке живет. Оставленный без присмотра Змей Горыныч, новые версии лесных пожаров, за что щиплет морозка и другие ужасы зимнего леса.
девушки в глухом зимнем лесу. Ой-ой-ой-ой-ой.
и сосулись, а? Так я старалась, серыми прибралась, вот печку растопила. Тепло ли тебе, дедушка? Тепло, дедушка. Дедушке уже как прошлым летом, дедушке. Так я сейчас камин подожгу, еще теплее. Нет, станет. Что ты творишь? Чтоб тебе жених хороший попался. И дом полная чаша. Вот приданое, Настенька, бери и домой, домой. Какая красота! Спасибо, дедушка! Бери и домой, домой. Спасибо! Пока еще каких хороших дел не наделала. Спасибо, дедушка! О, Настенька, подойди, я с тобой, здесь дышать нечем. Вот второй голова, здоровье. Посох освободительный, забыл. Посох-то непростой, волшебный. Кто коснется, дед не проснется. Настенька, бегу, бегу. Сколько можно есть? Ты объедаешь нашу семью. Яков, ты постоянно объедаешь нашу семью. Ешь, ешь, ешь! Езжайте! Царь, батюшка, из... Из... Откуда мы? И сын? Эй, сам царь, батюшка, простите, не признал я вас. Будьте богаты. Да хотелось бы. А я смотрю, у вас здесь не рублевка. Избёнка-то так себе. Да все на себе. Давай, давай, давай. У вас товар, у нас это, купец. Короче, мы пришли вашу дочь того, ну, с вас. Правда? Так вот же ваша сушеная, Варечка, иди. Мама. Не стесняйся, котенок. Ой. 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 Мы вам перезвоним. О, он вам перезвонит. Да не я, а он. Я? Мне Настя нужна. Ты куда Настю делаешь, ведьма? Кто? А, Настя. Так нет ее дома. А где она? Где? Последний раз ее видели в лесу. Что самое интересное, ела шишки. А это у нее экстрим такой. Моржевание с бомжеванием на выживание. А я вот всегда дома. Ну, тогда меня дома никогда не будет. Тогда его дома никогда не будет. Мне Настя нужна. Я полсвета обойду за нее. Настя! Ива! Ваня! А избёнка-то у вас так ничего. Ваня, сынок! А в это время идет Иван-царевич по свету и ищет. Ау, ау, ищет свою суженую. Такое странное слово «суженая». Как будто есть еще и расширенное. Итак, великосветский скандал. Читайте только в нашем номере. Чем огорошили принцессу? Сколько мужей было у бабы Яги? До чего докатился колобок? И что же все-таки нужно было немедленно? Откровенничать. В общем-то, привела Ивана Царевича дорожка к тем людям, которые знают, где же его Настенька. Прошу прощения за беспокойство. Разрешите представиться по всем условиям этикета. Я... Стой! Ты Иван Дурак, и я знала, что ты придешь. Это я знала, что он придет. Это я знала, что ты знала, что он придет. Садись, Иван. Верно, я Иван. Но почему дурак? Ты знаешь, сынок, это ведь от отца к сыну передается. А вы сами-то кто? Мы паранормальные бабки. А с виду вроде бы нормальные. Правильно. Паранормальных бабок. Я Глобовна. А я Нострадамовна. Вы-то мне и нужны. Помогите Настеньку отыскать. Секундочку. Ну-ка, опиши свою Настеньку. Ну, она красивая. На себе не показывай. Не надо нам лишних подробностей. А как тогда сказать-то? Две руки, две ноги. Голова есть? Есть.
красивая и с головой странная. Ладно, Ваня, будем на карты гадать, где твоя Настя? О, твоя Настя в Сыктывкаре. Где? Почему так далеко? А потому что у меня карта только Сыктывкара есть. Ты знаешь, Вань, мы гадали на кофейной гуще, но кофе у нас закончился. Мы гадали на бобах, бобы у нас закончились. Мы, Вань, на гречке гадали, ну и гречка у нас закончилась внезапно. И ромашки-то у нас уже все спрятались, зима на дворе. Ну, знаешь, Вань, мы можем, конечно, погадать на отваре из ромашек. Только все время не любит, получается. А почему? А ты сам пробовал-то отвар из ромашек? Че там любить-то? Ой, да ну вас! Стой, Вань, стой! Поможем мы тебе, поможем. Слова любви нам говорят все-все. Да что это такое происходит в нашем собственном доме?
больше. Да будьте вы все счастливы. Дедушка Мороз! Зависть черная, зависть страстная. Не так, моя маня! А зависть никогда. Так любви хочу. Ой, самой так любви хочется. А где старикан, который Настю привез? Оно и видно, аферист. Только посох остался. Как же он без посоха? Дедушка Мороз, я бегу к тебе. Вот тебе приданное и домой.
Оксану, звезду зажгу. Тебя я проделал путь, мечтал, как встретимся, и ты мне скажешь что-нибудь. Но ты сейчас передо мной, и этот холод ледяной стоит стеной наперекор любви земной. Но как мне быть, и как мне жить, и кто мне сможет подсказать, как этот холод растопить? И что мне делать суждено, подскажет сердце лишь оно, и бьется для любви оно, и я не сдамся все равно. Как отогреть? Тут нужен план. Быть может так, да нет, не то. Ну думай, думай же, Иван. А может все свое тепло, чтоб там бы не произошло, отдать тебе, отдать тем холодам на зло. Долго я спала или не спала, но знаю точно, там, где я была, там не было тепла. Но ваши пожеланными прикосновения губ твоих, и вот уже одно дыхание на твоих. Ты молодец, тобой горжусь. Да это, Настя, ерунда, еще намного я горжусь. А то, что встретиться смогли, только не лёг и здоров. И красным девицам пример, и добрым молодцам урок. Пусть на пути полно преград, любовь, что их преодолела, станет крепче во сто крат. Сияет ярче милый взгляд, чем бриллиант 500 карат. И больше всех красивых слов глаза любимой говорят. Пусть говорят, пусть говорят. Из простой семьи. А он, простите, сын царя, но здесь царит любовь одна. Здесь и зимой всегда весна. И в новых сказках верим мы, напишут наши имена. Кружится белый хоровод, и в
всех и для двоих. Этот снег и этот снег, как будто добрый сказки свет. И верят, верят в волшебство не все, но большинство. А снег идет и все бело, и на душе твоей светло. Ведь рядом близкий человек глядит с тобой на снег. Так много хочется сказать о том, как трудно было ждать, как сквозь мороз и холода тебе пришла мечта. Постановки были задействованы Рената.